знаков, лишь она необыкновенная в своем платье. Просто кто-то где-то, наверное, решил соединить два сердца, две души. Она скрывала поначалу от него, во взгляде ее читал он то, что никуда не спрятать, гладить его пряди и обнять, не отпускать ей. Изо дня на день просто находиться рядом. И закрутила их любовь эта в танце чудном. Если это сон, пусть не наступает утро. Хоть бы был он вечным, был беспробудным, лишь бы обнимать его каждую минуту. Он на асфальте рисует ей с 8 марта. Она исписала его именем тетради. И до конца пары полчаса он на старте. Нужно за цветами успеть еще в палатку. Завтра его праздник, послав учебу нафиг. Она вяжет на последней партии ему шарфик. Он будет счастлив получить этот подарок. Пусть и маленький, но сделанный ее руками. И она ждет, а его томят пробки. Время идет, впереди ремонт дороги. Все закончилось в этот весенний вечер, когда спеша к ней, он вылетел навстречку. Молила Бога, посылала к черту близких так недолго. Дал ты мне насладиться этим счастьем, Господь, не забирай родного. И я отвечу за его ошибки пред тобой. Рвала фотографии, доходя до грани. Затем снова клеила дрожащими руками. Все, что говорит о нем, хотела сжечь дотла. Но не могла, не могла, не могла, не могла. И солнце светит, как обычно, ради приличия. Спряталась бы к черту, я тебя ненавижу. Плакало бы небо за меня, было бы легче. Время кого-то лечит, а меня только калечит. И каждый вечер она шла в одиночку гулять по местам их встреч с любимыми опять. В кафе тот же стол, в кино тот же ряд. В кафе тот же стол, в кино тот же ряд. И на облаках седых сидел и следил за ней он, за той, для которой был стеной. Обретя покой невидимой рукой, когда засыпала, вытирал слезы ей. И застывали стрелки на часах, если бы она знала, что не одна, что он ее не оставил. Он был ангелом ее, а она не видела любимого, который стал теперь ее хранителем. Где это видано, любовь жива после гибели ее носителя, не убить ее. Она грустила в дождь и боялась грома. Он отгонял тучи ветром от ее дома. Если заводили в угол судьбы дороги, он открывал для нее все новые ворота. Если корабль ее жизни попадал под шторм, он был для нее спасительным маяком. Помогал подняться, когда она падала. Она не знала, что это, но догадывалась, что не одна вовсе, и ее не бросили. И кто-то там на небесах о ней заботится. И каждый раз, когда проносились мимо беды, подняв глаза вверх, благодарила небо. Те, кого мы потеряли, кого не стало, стали ангелами и следят за нами, за своими семьями, родными и близкими, помогая в трудные минуты жизни. Это просто сказка, полет моей фантазии, но я уверен, что чудеса случаются, но только с теми, кто верит в них искренне. Чё сердце пламя или хотя бы искры в нем.